Дамы и господа, седьмой бой нашего вечера. Весовая категория до 71 килограмма. Дорогие друзья, боец из синего угла. Возраст 29 лет, рост 175 сантиметров. Бойцовский клуб «Домостроитель», город Тюмень. Тренером его является Александр Ложкин. Дебютный бой. Встречаем Валерий Белов! Дамы и господа, оппонентом Валерия в данной схватке становится боец красного угла в возрасте 23 лет, ростом 178 сантиметров. Представляет спортивный клуб «Кричит» и «Хантер ММА». Город Тюмень, профессиональный рекорд, одна победа, одно поражение. Встречаем Александр по прозвищу «Буйный Банна». Есть удар рукой, что есть тупая боль, густая кровь, что досыта купает бровь, что есть четыре угла, бить в кость или быть лишь возле сына, кровь и пот, крюк и рот, отправляет с ринга мост, мимо рефери и судей, мимо шумных трибун, отводят взгляды отбойники. Бойцы, правила знаете, по затылку не бьем, в пах не бьем, в позвоночник бьем, сетку не хватаем, руки пожали. Дамы и господа, рефери в ринге Матвей Бебеев, первый раунд.
Бойцы, время! Дамы и господа, в связи со снятием врачом победу одержал боец из синего угла Валерий по прозвищу Свобода Билла! Друзья, я хотел бы попросить ваших громких аплодисментов. Спасибо, спасибо за красивый бой! С победой поздравляем Валерия по прозвищу Свобода Белого. Ваши аплодисменты!